Вот. Ополчение готовится к атаке. Бить фашистов. Мужик поднимает. Из Украины. Смотрите флаг. Смотрите. Смерть фашистам. Я бы позвонил, как мужик играет. Сибирь тоже здесь. Смотрите на освободителей Донбасса. Смерть фашистам. Смерть оккупантам. Сибирь тоже присутствует. Город Томск. Братуха, ты из Томска? Да. Не Томска. Жил и учился. Братуха, где же? У нас Урала. Урал ездит. Константиновка. Донецк. Донбасс. Донецк. Донбасс. Ростов. Мариуполь. Доброполье. Чего не работает? Чё, привет, Россия. Это как сбитый самолет. Россия с нами. Вчера, да? Держимся. Не помню, как. Откуда ты? Ростов. Поехали. Ростов-на-Дону. О, да. А я ж кричу, кто из Ростова? Я с Ростова. Когда мина палит, я всегда... Юлька, я тебя люблю. Вернусь, жди меня. Вот они, мы ростовчане. Оказывается, они встретились. Ну, это надо видиком отдать. Видео в бою. Прям что я в бою. Так что, родители увидите тоже, все нормально, живы, здоровы. Броник спасает. Сейчас в бой идете, да, ребят? Так точно. Идем. Это вот тоже Юленька. Еще ни разу не подводила. Ничего. Кому надо, что. Гранатомет до Киева доведет, как говорит народная русская поговорка. Я якут из Сибири, город Томск. Вчера проводил, на днях или позавчера, или проводил свой батальон «Степь» во главе с комбатом, самураем. И пока ехали отсюда, с Дмитровки до Снежного, я передумал, в общем, уезжать. Проводил своих ребят. Денек погулял в Снежном. И опять Дмитровку к своему отделению. Такие дела. Может, пока до Эльбы не дойдем. Никакой Ростова. До Талова. Просто потом, может, вдруг не получится заехать. Мало ли, сегодня... Оп-оп-оп-оп, стой здесь. И кур. Информационный путь.